Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас распаковка заказа из интернет-магазина «Любимый Василек». Вот такая посылочка, давайте скорее распаковывать. Для тех, кто не знает, интернет-магазин «Василек» — это ивановский трикотаж с очень крутыми новинками. У них есть Инстаграм, где они выкладывают даже видеообзоры своих новиночек. Можно все рассмотреть, посмотреть. Я вам ссылки все под видео оставлю, проходите, знакомьтесь. Богатый ассортимент, и мне кажется, из всех магазинов ивановского трикотажа там самая адекватная цена. Самые дешевые, вообще копейки. Внутри вот такой вот еще пакетик. Вот так выглядит посылочка. Сейчас я пошуршу и будем с вами все смотреть. Сразу достала накладную, буду вас ориентировать по ценам. Первое, что попалось под руки, я заказала крестюшки комбинезон лиловый, 74 рост. Вот так он выглядит. И это у нас с вами Бонита Kids. По цене Омбезик. Комбинезон для детей 483 рубля. Кто не знает, я вам уже показывала, в Васильке появились детские вещи из муслина. Расширяется линейка для грудничков. И действительно, вещи крутые, мы с удовольствием носим их. Они действительно качественные и радуют, что появляется все больше и больше ассортимента. Все пеленки, которые у меня есть дома, они с Василька муслиновые, они действительно классные. Так, вот так у нас выглядит сами комбез. Это прелесть. Это просто прелесть. Там много расцветочек было, я выбрала вот такой, нравится, да, Катя? Это 100% хлопок, конечно же. Так, и вот такой вот кто тут у нас? Зайка, что ли? Две зайки милые, вот такие вот. Дела. Милашки. Да, у нас уже как раз 74 мы подходим, 68 нам уже впритык. И вот это наш рост, мы уже начинаем все комбезики носить 74. Это такой достаточно плотный, очень мягкий, комфортный хлопок. Обработана горловина, все очень здорово, удобно. Манжетки, ножки, без ножек он. Вот так. И пуговки, получается, у нас сбоку. Это тоже достаточно удобно, потому что сейчас, вот в данный момент, даже мы в комбинезоне «Любимый Василек», там тоже сбоку пуговки. Это удобно, это нормально. Вот, поэтому класс, будем носить с удовольствием. Что хочу сказать, я брала в других магазинах комбинезоны детские, был момент с заклепками, вот не очень хороший такой. Здесь ни разу ничего не было. Все заклепки выполнены очень круто, очень здорово. Мне безумно нравятся детские вещи в Васильке. У меня ни разу никакого нарекания к ним не было. Заклепки крепкие, не вырываются. Все отлично. Дальше у меня две мужские футболочки для мужа, для папы. Первая футболка Бали. Очень, кстати, интересная футболка. Размер 56, ткань пике, состав 80% хлопок, 20 плесер. Смотрите, какая интересная. Сейчас распакуем, посмотрим. Так, футболка Бали у нас с вами стоит 495. И еще одна будет футболочка. Сразу с вами посмотрим. У нас Иван в цвете капучино. Тоже очень интересная, такая оригинальная. Она стоит 425 рублей, немножко подешевле. Так, давайте начнем с Бали. Ой, какая ткань интересная. Слушайте, она такая плотная. Кто знает такую ткань? Ой, какая классная. Даже не могу вам описать. Вот она вот вся вот такая вот. Это не рисунок, а это такая ткань. Вот она как рифленая, что ли. Смотрите, какая красивая футболка. Это 56 размер. Беру с запасом, чтобы было оверсайз. Есть модели в Васильке оверсайз. Нужно читать описание, смотреть, потому что те, которые модели оверсайз, можно брать в размер. А все остальное я беру немножко побольше себе и мужу. Интересная, классная футболочка, классная расцветка. Горловина хорошо обработана. Лейбл Василек у нас теперь с вами практически на всех вещах, да? Брендовые вещи. И спереди у нас получаются вот такие вот пуговки. Сейчас посмотрю, обманки или не обманки. Работают, не работают. Нет, не обманки, как на детских комбинезончиках заклепки. То есть, если хотите, можно носить прям так. Мне самой вот эта футболка нравится, девчонки. Как вы думаете? Вот правда нравится. Почему бы не сделать ее женской? Как вы считаете? Единственное, что кармашек вот этот вот тут еще есть. А так, такая прикольная. Так, следующая футболка у нас с вами. Иван Капучино. Слово. Материал кулирка. Обожаю кулирку. 100% хлопок. Тоже в размере 56. Так. И вот как она выглядит. Тоже красивая. Оригинальная. Она побольше, мне кажется, уже. Хотя нет, такая же, наверное. Такая же по размеру. Здесь ткань уже потоньше. Такая легкая, летящая кулирка. Но не светится ничего. Вот так обработана горловина. Вот он. Ярлычок, кстати, смотрите. С QR-кодом. Наверное, я могу вам вот так показать QR-код. Вы нажмете паузу, потом можете прям эту футболку найти по этому QR-коду, да? Здорово. Смотрите, как классно. Очень удобно. Рукавчики подшиты. Внизу все то же самое. Очень приятная на ощупь ткань. Я люблю вещи из кулирки. Такая вот красивая футболочка, стильненькая, да?
Следующий лот в нашем с вами показе – это простыня на резинке, 100% хлопок. Я уже вам такую показывала, в таком же цвете, но меньше размером. Сейчас спальное место у Ксюши стало больше. Нам нужна Ксюша простынь, на смену была под постельное белье. Это размер 180 на 200 на 20, и стоит она 690 рублей. Девчонки, здесь тоже есть код. Вот кому интересно, прям ставьте на паузу, и потом по нему, наверное, можно найти. Я не пробовала, сама так попробую сделать. Так, ну это обычная простынь. Мы, кстати, ее, наверное, сейчас и постелим ей на смену. У нас тоже такая с мужем под ментоловый комплект. Ну, наверное, немножко побольше по размеру. Почему люблю трикотажные простыни? Почему люблю простыни на резинке? Потому что, девчонки, это мега удобно. Даже если простынь на резинке, но она не трикотажная, она все равно имеет свойство в процессе ночи, в процессе сна как-то под вами собираться немножко, и ее приходится поправлять. Трикотажные я не поправляю вообще. Натянул ее, главное в размер подобрать, чтобы она была невелика, лучше даже пусть чуть мала, потому что тогда она очень хорошо натянется и вообще не будет никуда съезжать. Резинка по всему периметру, резинка добротная, с простынями ничего вообще не случается, уже много месяцев, да даже уже лет в использовании они у меня, и все прекрасно. Вот так она выглядит, и здесь у нас вот так пристрочено по бокам, то есть по двум бокам, то есть вы не заблудитесь в размере, вы будете знать, что с двух сторон вот так пришито, видите, шов, а с других двух сторон не пришито. То есть это у нас с вами бока, это у нас с вами где уже вот это вот пришито. То есть это 180, а в длине вот так получается 200. Просто невеликолепные, очень бюджетные и очень удобные. Взяла себе майку, люблю гонять в майках по дому, ну и летом тоже пододевать там под джемпер, подо что-нибудь. Майка женская, Фаина Ментол, 255 рублей. Девчонки, размер 56 взяла. Вот так она выглядит, она практически такого же цвета, чуть поярче, как постельное белье. Да? Ткань кулирка, 100% хлопок. Любимая моя ткань. Носить по дому, носить где угодно. Я это люблю. Спать, там, майки, трусики или шортики какие-нибудь. Дома тепло, слава богу, хорошо. Вот так выглядит эта маечка. То есть она не на бретельках, а на тоненьких, а просто вот так. Да? Тоже лейбл Василек. Кода, к сожалению, нету вам за впечатлить. Или его этикеткой заклеили, не знаю, девчонки. Вот информация. И это такая маечка. Удобная, универсальная, очень прикольная. Все с вами померяем обязательно. Очень два интересных костюма. Это новиночки в Васильке. Первый детский. Причем у детского упаковка больше, чем у моего. Но он у нее с начесом. Как помните, я брала тоже с начесом. Так, детский костюмчик. Угу. А, так, а где у нас? Где у нас детский костюмчик? А, вот он. Комплект для девочки. Коричневый, 1275 рублей. Это зимний костюм таскать, вот тоже, как я сейчас хожу гулять с коляской. Я надела вот этот костюм с начесом, да, футер, и плюс еще начес. Надела куртку, шапку, все, пошла, мне надо надевать 100 одежек. Это тепло, это круто, это комфортно. На рост 140 сантиметров я взяла. Это у нас с вами Bonita Kids. Вот такая вот упаковочка красивая. И распечатываем. Ксюша нам сейчас замерит. Тоже вот идем с ней гулять, чтобы она хоп, оделась, ей тепло, я спокойна, и все замечательно. Костюмы тема. Не стала брать ее с капюшоном, хотя были модельки с капюшоном. Смотрите, какая крутая модель. Потому что, ну, он будет мешаться для многих курток. А с вот таким вот воротом, который можно затянуть, то есть шарф опять нам уже не нужен. Понимаете, как это удобно. Вот так выглядит курточка, белые завязочки, толстовочка точнее, да? И здесь у нас написано «Step by step you grow and enjoy». Of the life. Надпись вышита черными нитками. Вот так выглядит. И все, больше никаких принтов здесь нет. Рукав у нас с вами на резинке. Резиночка прошита. А внизу просто вот такой вот манжеты, как на моем костюме. У меня пудровый, а это получается коричневый. Но тоже он очень похож тоже на пудру, на розочку. Очень красивый костюмчик. Так, вот у нас с вами здесь ростовочка, этикеточка. Горловина обработана изумительно. Вот он, начес. Видите? Вот он начес. Эти костюмы надо стирать аккуратно, потому что я один раз уже обожглась, я вам об этом во влоге рассказывала. То есть на деликатной стирке можно даже в мешочке, потому что могут появиться катышки. Я их, правда, машинкой для катышек у себя убрала, и ношу костюм с удовольствием, но все равно лучше моих ошибок не повторять. И не надо стирать на больших оборотах и больше 40 градусов. И вот у нас с вами штанишки от костюмчика. На них тоже, кстати, есть этикеточка. Тоже такая же надпись на ножке, вышитая черными нитками. Есть кармашки. Резинка. Она пришита, не прошита, но она пришита, вертеться не будет. Я чувствую, что она пришита. Вот так они выглядят. Внизу у нас с вами резинка. Кстати, вот я бы себе костюм такой хотела тоже внизу с резинкой, если честно. Здесь прошитая резинка. Вот. У меня там просто манжета, как и на толстовке Ксюши внизу. Я бы вот больше хотела, конечно, с такой резиночкой. Мне больше нравятся такие костюмы, они мне больше идут, скажем так.
Вот, Ксюша нам померяет. И теперь мой костюмчик. Это костюм у нас называется, девчонки, здесь написано, в накладной. Так, костюм женский Fox Phantom. 616 пудра в размере 54 я уже взяла себе, 1470 рублей. Потому что что-то и 56 размеры костюмов мне уже в Васильке велики. Я все беру-беру, а мне как-то все велико. После беременности никак не отойду, наверное, от размерного ряда большого. Поэтому взяла в размере 54. Обычно костюмчики я себе беру и вещи в Васильке на 2 размера больше, иногда на 3. Мой по параметрам сейчас 52 размер, да, стандартный, российский, я имею в виду, европейский 44-й. Василек вот взяла 54 на этот раз. Надеюсь, все будет достойно. Это очень красивый костюм. Увидела его у них в Инстаграм как новинку и захотелось купить. Тут очень интересный принт. А в цвете пудра, и это у нас футер двух ниток. То есть он достаточно теплый, его тоже можно сейчас носить, пододев, конечно, либо колготочки, либо какие-нибудь термолосины, которые я себе тоже заказала. Покажу потом. Так, смотрите, какая кофточка. Это вот как мой серый любимый костюм, в котором я часто снимаю видео, и вы спрашиваете у меня о нем, да, который я таскаю, вообще не снимая с Василька. Вот это такое же качество. Вот такая кофта. Правильно, что взяла, девчонки, 54, прям уже, наверное, 52 можно брать. Так, смотрите, какой принт красивый. Кошара. Он, знаете, такой, как это правильно называется? Если знаете, девчонки, напишите. Прорезиненный, как наклеенный, выбитый. То есть вот прорезиненный. Вот он ощущается. Но такие вещи я брала в Васильке, они не отваливаются при стирке. Вот такая горловина. И смотрите, сзади еще тоже киска, только черная. Рукавчик с вот такой манжеткой. И внизу абсолютно точно такая же манжетка. Сейчас все померю, вам покажу. Так, и штанишки от этого костюмчика. Они выглядят вот так. И знаете, мне что понравилось? Я очень люблю, и для девочек, ну, полненьких, для нас с вами, прострочка. Это очень стройнит ноги. Брюки с прострочкой и спортивные штаны с прострочкой. Я как увидела, что тут прострочка, я сразу решила, что я возьму его однозначно. Да? Прострочка по всей длине брюк, видите, посередине. Внизу манжета. Резинка, пришита, вертеться не будет, кармашки глубокие и затяжечка. Так, здесь у нас, по-моему, на штанах рисунка. А, нет, внизу тоже кошара, на левой штанине. Во, девчонки, красота! Вот как выглядит футер двухнитка. Это достаточно плотный материал, но сейчас уже надо что-то пододевать, конечно. Так, ну и теперь примерка. Костюмчик одела. А вот 54 размерчик, мне как раз сейчас хорошо. Хлопок у нас с вами может дать усадку при стирке, а может и в процессе носки растягиваться, да? Рукавчик вот такой, все отличненько по длине рукава. У меня параметры где-то 111, 87, 110 сейчас, вот так где-то. Приблизительно. Давно не замерялась. Вот. И рост 1,68, 1,69. Так, сейчас буду вам показывать полный рост. Пока очень все достойненько, все здорово, красивенько по цвету сориентирую вас. Вот сзади видите вот этот вот черный котик. Вот костюмчик полный рост, девчонки, смотрите. Вот так он выглядит. Вот она прострочка. Она очень стройнит, на самом деле, если вы не знаете. Резиночка, кофточка прям свободна. Трико тоже все отлично, все нормально. По длине. Да? Вот так. Мне очень нравится. И вот эта вот прострочка, она прям вообще в тему. Сейчас немножко поближе и немножко пониже вас опущу, чтобы вы получше видели, как он смотрится. Вот такой костюмчик. Все свободненько, все отличненько. И очень красивый. Рукав прям вот даже запасик небольшой есть. Да? И веревочка, штанишки можно затянуть. Штанишки высокие. А вот и Ксюшин костюмчик. Прям красота. Прям здорово. Теплышко тебе уже. Есть запасик по ростовке. У нас рост где-то 130 с чем-то сейчас. Да? Можете на диван, Катюн, залезть. Так еще лучше будет видно. Ножки, да. Сейчас я немножко Ксюшу подниму. Вот. Смотрите, какой классный. Резиночка внизу. То есть поддувать сильно не будет. Кофточка свободна, как моя. Да? Ну, повертись нам, пожалуйста, малыш. Здорово. А попробуй вот эти веревочки затянуть. Прям сильней. Так, и вперед их опускай. Вперед их опускай. Вот. Так, горлышко у нас затянулось, получается, сзади. Ну-ка, повернись. И волосики убери. Убери волосики. Вот. Только ровно надо встать, так не видно. Да, вот оно затянулось сзади, получается. Сзади поддувать не будет. Да? Ну, красота. Тебе нравится? Жарко уже, наверное, запарилась. Костюмчики теплые, вообще здоровские.
Ну и на этом все. Мои хорошие, вот такой вот интересный. На этот раз у меня был заказ в интернет-магазине «Любимый Василек». Все ссылки на каждую модель одежды я обязательно оставлю под видео, если они еще есть в наличии. Пишите, что вам понравилось больше всего, как вам костюмчик. Я прям в восторге. Такие новинки шикарные у Василька выходят. Прям, ну, загляденье же, да? Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Пока-пока.